Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Ребята, а перед началом я попрошу вас поставить лайки, ведь вы знаете, больше лайков, чаще видео. И сегодня очень-очень крутой гробокс, ребята. Там, прямо там находится невеста Чаки. Это Тиффани. Кто не знает, ребята, есть такая страшилка, страшная кукла, то есть кукла Чаки, и раньше эта кукла была обычной куклой, а теперь ей овладал при помощи вуду-магии, маньячело, вообще жестокий полностью, а потом ему, видите ли, стало скучно, и он себе выбрал невесту. Эту невесту, эту девушку, маньячку, просто полную отмороженную на всю голову девушку звали Тиффани. Она также убивала всех и, короче говоря, что только не делала. В общем, жуть. Она всегда красила губы черной помадой и носила черную какую-то куртку. Короче, ребята, после того, как она умерла, или там ее специально убили, короче, я толком не помню, если вы знаете, напишите ниже в комментариях, ребята, он сделал специально для нее куклу. Он взял куклу невесты и вселил туда эту Тиффани. Короче, ребята, здесь у нас реальная невеста Чаки, кукла Тиффани Экзи. Мамочки мои! Жесть, ребята! Это просто жесть, посмотрите! Офигеть, это реально! Тиффани Экзи, это реально невеста! И в гробу она выглядит просто нереально криптово, ребята! Если вы считаете, что это реально стрёмно, страшно, то, пожалуйста, напишите ниже в комментариях. А также, если ты новый подписчик моего канала, то обязательно напиши в комментариях, и я с тобой поздороваюсь. Я отвечаю всем своим новым подписчикам, друзья. Короче, еще я хотела сказать то, что мы стремимся к 500 тысячам подписчиков. Я знаю, что вы можете, поэтому давайте максимум лайки, максимум репосты и максимум комментарий, какой гробокс, с кем еще гробокс с сайта Darknet заказать. Итак, ребята. Это Тиффани Экзи, невеста Чаки, ребята. Посмотрите, ее губы черные, ее глаза тоже огромные черные пуговицы. И теперь для того, чтобы ее оживить, нам необходимо провести обряд. Для проведения обряда нам понадобятся свечи. Чем больше свеч, тем лучше. Они защищают нас от нечистой силы, огонь. Это моя стихия. А зеркало, как вы знаете, всегда проход. То есть, если сюда зайдет злая Тиффани Экзи, отсюда выйдет и вселится в эту куклу. Ну, грубо говоря, такая, в общем-то, должна произойти сейчас магия. Значит, мы аккуратно достаем нашу невесту Чаки. Господи, у нее вообще здесь все как в настоящем гробу. Это жесть просто, ребята. Я сейчас уберу, поставлю здесь. Эта кукла реально страшная. Даже когда держу ее в руках, видите, у меня немного трясутся руки, потому что она нереально стрёмная. Это правда невеста. Видите, какое у нее белое платье невесты. Фата. И это реально Тиффани. Короче, ребята, давайте уже скорее проводить обряд. Оживим ее и посмотрим, что будет. Я, конечно, уверяю вас, да, я сумасшедшая, но, пожалуйста, не воспринимайте все это так близко к сердцу. Что произойдет, это вообще неизвестно. Поэтому, ребята, готовьтесь. Если вы боитесь, то лучше выключайте прямо сейчас это видео. Так, ну что? Посмотрим, что внутри этой куклы вуду, невесты Чаки, куклы Тиффани. Зеркал портальный, отворись, в Тиффани Экзи вселись. Зеркал портальный, отворись, в Тиффани Экзи вселись. Зеркал портальный, отворись, в Тиффани Экзи вселись. Обычно после этого обряда наши живые куклы оживают. Но для того, чтобы я сейчас ее держу, не дай бог, что-то произойдет. Но для того, чтобы снять это заклятие, это заклинание, нам необходимо вынуть
все вещи изнутри этой куклы, которые заставляют ее быть настоящей, живой игрушкой. Черт! Где Ирина? Ирина пропала. Что происходит? Ирина, где ты? Черт, Ирина пропала. Ирина, где ты? Что это за звук? Ирина! Что это такое? Это платье невесты. Ирина, это ты? Ирина, что происходит? В Чаки. В невесту Чаки. Ирина, что произошло? В смысле? В смысле, как это возможно? Ты пропала! Ты провела обряд и пропала! Почему на мне свадебное платье? Я не знаю! Черт! Походу, в меня вселилась Тиффани! Дим! О, черт! Почему у меня черные губы? Господи, да сними же с меня это, пожалуйста! Дима! Давай. Сними! Пожалуйста, мне страшно! Успокойся. Не получается. Сними, пожалуйста, мне страшно, пожалуйста. Не получается. Не получается. Да сними его! И все. Черт. Где кукла? Я не знаю. Черт, это ты сделала. Я знаю, это ты сделала. Ты хотела вселиться в меня. Побрызгай на нее святой водой. Сейчас. Она отравила святую воду! Посмотри! Что? Она отравила святую воду! Она, как она могла? Превратилась в кровь! Она теперь не подействует! Смотри! Ничего не происходит! Черт! А-а-а! Мои руки! На, быстрее! Открывай ее! Тиффани, сейчас мы достанем то, что делает ее живой. В первую очередь нужно отрезать ей глаза. Скорее. Раз, два. Господи, посмотри на ее уродливые глаза. Один полностью слепой, а один ярко-синий. Ладно. Черт, здесь что-то происходит. Ирина, привязывай ее! Возможно, святая вода еще действует. Черт, держи ее, держи! Держи ее, скорее! Вот черт! Нет. В ней демон. Посмотри, что с ней происходит. Блин, надо скорее. Надо скорее ее разрезать. А, черт. Так, слушай, смотри, как она сделана. Нужно снять все это. Что-то внутри оживляет ее. Черт, давай разрезать. Господи, посмотри, черт, тут что-то другое. Тут какие-то другие нити. Посмотри,
Посмотри, какие страшные нити, будто это волосы разных людей, которых она убила. Черт, это нереально, просто маньячка, ребята, вы видите, это жесть. Я полагаю, что это сумасшедшее видео достойно собрать 10 тысяч лайков. Да, ребята, вы сможете, я вас верю, 10 тысяч лайков. И мы сейчас достанем все то, что находится в этой невесте. Чаки, этой Тиффани, проклятой маньячки, я уже что-то там нащупала. Давай, давай, скорее. Господи, это похоже на сердце. Черт, ребята, я не могу понять. Это снова похоже на мягкое сердце. Черт! Черт, ребята, я добралась до ее сердца. Она будто бы была живая, посмотри. Я не знаю. Я здесь, вот где должно быть сердце, посмотри. Я не знаю, здесь очень много всего. Черт, не могу достать все настолько далеко спрятано. Черт, погоди, я что-то нашла. Что это, господи, мерзость какая? Мне кажется, он шевелится, черт, он живой! Блажь, я не знаю, он двигается, черт! Подожди, бей его! Черт! Господи, а что это за тварь? Погоди, это, черт, посмотри! Я боюсь до него дотрагиваться на этом жуке! Что это такое? Волосы, это чьи-то волосы, черт, да как же его... Да черт! Все. Походу, у меня получилось. Слушай, это какой-то жук. Погоди, посмотри, что это за волосы. Это волосы рыжего цвета, похоже на волосы Чаки. Неужели Чаки для того, чтобы оживить свою невесту Тиффани, воспользовался своими волосами? Они, видимо, несут какое-то проклятие, какое-то заклинание. Ребята, здесь что-то еще. Посмотрите, здесь все из каких-то проводов. Что это? Посмотрите, это какие-то сердечки, это амулеты. Два сердца, ребята, видимо, одно из них принадлежало Тиффани, а другое Чаки. И они оба внутри Тиффани находятся, два амулета. Черт, тут что-то еще блестит. Это два кольца. Это два обручальных кольца Тиффани и Чаки. Это означает о том, что они муж и жена. Два золотых кольца, ребята. Черт. Я надеюсь, что мы все достали, ребята. После того, как мы отрезали ей глаза, мы лишили ее магии. Я думаю, мы все достали здесь. Все, эта кукла больше не живая, ребята. С вами была я, королева мистики. Я надеюсь, что мы соберем на этом видео 10 тысяч лайков. До новых встреч. Пока. И не забывайте, что весь декабрь видео каждый день. Пока.